Тюменская делегация принимает участие во Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи по инициативе президента Владимира Путина. Масштабное событие стартовало в эти выходные. Участие принимают порядка 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из разных сфер. Поддержать тюменских ребят приехал и Александр Мор. На площадке фестиваля «Регион» презентовал будущий межвузовский кампус. На стенде проект представлен в виде макета и интерактивного монитора. Концепция нашего межвузовского кампуса предполагает, что мы его создаем не только для студентов, для ребят, которые выпускаются из школ Тюменской области, Югры, Ямала, соседних регионов. Для нас очень важно, чтобы кампус работал как притяжение молодых, талантливых, амбициозных ребят не только со всей страны, но и из дружественных нам стран. Стенд с макетом Тюменского межвузовского кампуса вызвал большой интерес у молодежи. И, кстати, в создании кампуса примет участие Китай. Об этом, а также о реализации совместных образовательных программ стороны договорились на площадке фестиваля. И добавлю, что познакомиться с каждым регионом нашей страны иностранные гости могут в арт-пространстве «Россия» в миниатюре. Тюменская область представила там макет моста влюбленных. Александр Мор пообщался с представителями тюменской делегации и оставил им пожелания на открытках и толстовках.